Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 20 лет, я из Кирова, но сейчас учусь в Москве. И я пришла к Симе лечиться, потому что у меня очень сильные высыпания были на лице, у меня была аллергия очень много лет. И мы лечились целых 10 дней. 12 дней. И на самом деле внутри просто полное какое-то, ну, ощущение, можно так сказать. И чувствую себя новым человеком. И я прям безумно рада, что я прошла вот такие вот процедуры. Болезненные иногда, но при этом все равно результат всегда сразу заметен на лицо. У меня даже уже на лице не такие глубокие стали высыпания, их гораздо меньше, лоб вообще практически чистый, поэтому это круто. Ну да, мы делали тебе такую подготовку, ты же знаешь, потому что это был подготовительный этап, потому что я уже на море, она у меня практика, и остальное все будем делать осенью. Но сейчас мы ей делали очень много процедур за 12 дней, то есть каждый день я ей проминала живот полчаса, потом она лежала на кровати Нугабет и прогревала при этом печень. Потом мы делали и хиджаму, и гипоксию, и мы сделали подколы, пиявки ставили, и делали ранс. Ранс, конечно, это самый-самый болезненный, ну и самый эффективный. Но мы его оставили на конец. И вот сегодня у нас был последний — плечи и шея. Это было, конечно, очень больно. Но Алена молодец, она не плакала. Я лично рыдала от этой боли. Рыдала тоже. Ну, больно, это очень больно, но это очень эффективно. Я, честно, поеду домой и будет, конечно, сейчас температурить, лежать, и до завтра только будет отходить. Но это все того стоит. Да, все, спасибо.